Гнев – это опасная эмоция? Ну, гнев – эмоция разрушительная. Она и призвана для того, чтобы разрушать. И она приводит к тому, что мы можем кому-то принести урон. Вот. А если мы сдерживаем себе этот гнев, то урон принимает наш организм. И вот, например, гипертоническая болезнь у молодых людей, она, как правило, связана с этим подавленным гневом. Можем ли мы контролировать гнев и как это делать? Или, может быть, злиться иногда все-таки можно? Не, ну, злиться можно, и это совершенно нормально. Надо понимать механику. Просто если вы злитесь, а вы всегда злитесь, потому что какое-то ваше желание не удовлетворено. Ну, вот сейчас любят говорить про личные границы. Значит, у меня желание, чтобы мои личные границы не нарушали. Тут кто-то нарушил. Ваше желание ненарушения ваших личных границ – это, собственно говоря, повод для гнева. И дальше вопрос, как вы будете с этим поступать. Потому что если вы понимаете, что дело не даже, может быть, в какой-то намеренной агрессии, а просто в том, что где-то ваши желания были недостаточно понятно оттранслированы людям, которые так вам сделали, или вы ожидаете от людей того, чего они не могут сделать, например. Вот. Вы можете подкорректировать свои ожидания. В чем-то другом найти для себя что-то ценное, а не в том, где вы защищаете территорию, которая все равно подвергается, так сказать, нападкам со стороны недругов ваших. Вот. И если вы вот так способны про это думать, то, конечно, можно. Но просто задавливать себе гнев. Я злюсь, но не буду никого. Это, мне кажется, неконструктивная тактика. Как вести себя, когда другой человек на тебя злится? Хотел сказать, помолитесь за него. Ну, это странно, но человек, который злится, он же раненый. Что-то там ему вожжа под хвост попало и натерло. И он злится. Ну, как бы он нуждается в сострадании. Это совершенно не значит, что я, значит, говорю, вы там, если на вас злятся, вы, значит, вот. Но внутренне для самих себя, я думаю, это правильно сделать вывод. Если он злится, ну, что-то у него не так. Ну, как бы, ну, жалко его. Что делать, если тебя разозлили на работе? Ну, тут разные. Значит, если это клиент вас разозлил, самое главное – понимать, что он злится не на вас, а потому что у него какие-то ожидания не сложились в связи с компанией, с которой вы работаете. И хотя он высказывает претензию лично вам, на самом деле он высказывает претензию к компании. Ну, на самом деле, это хороший повод поговорить со своими коллегами о том, как улучшить качество клиентского сервиса, чтобы подобных ситуаций не возникало. Если на вас злится руководитель, нужно понять, с чем это связано. Очень важно понимать причины, почему руководитель злится. Зачастую это лучший способ становиться профессионалом, когда ты видишь, что что-то твоему руководителю не нравится. Если он профессионал, то, поняв, что его так разозлило, вы можете улучшить очень свои профессиональные навыки. Один совет каждому, кто не хочет озлобиться. Позаботьтесь о себе. Что для вас важнее? Неприятности, с которыми вы сталкиваетесь, или ваше душевное здоровье? Если ваше душевное здоровье, ваше внутреннее состояние, гармония для вас важнее, ну, как бы, вы позаботились о себе. Так что заботьтесь о себе. Большое спасибо.